Всем доброе утро, девочки. У нас сегодня немножко распогодилось. Вечером такой дождь был. А еще вечером очень красивая радуга была. Прям такая большая. Угу. Так что там наши голубки сидят. Ага, сидит там. Ее плохо видно. В листиках сидит. Ну пусть сидит. Девочки, вчера стирку стирала, ну, на улице сушила. А это та, что вечером еще стиралась, тут осталось. Как порошок пахнет. Вот этот жидкий, который мне Аня присылала. И отстирывает хорошо. Кстати, София, где ты вчера футболку свою вымазала? Я не знаю, отстиралась? Я ее... Она, наверное, влажная. Да, я ее руками вчера стирала. А ну-ка. Да. Выстиралась. София, я ее и кислородным отбеливателем, и пятновыводителем. Ничем. Я ничем и не могла. Тут такое пятно было. Знаешь, чем отстирала? А. Вот этим хозяйственным мылом розовым, девочки. Оно отстирало. Ну, то, что Аня прислала. Вот видишь, как... Да, она мокрая еще. Да и повешу на балкон. Ага, повешу. Или я давай повешу. Девочки, вот это вот мыло, пятновыводитель, шикарно. Я же говорю, я вчера чем только не выводила Софии футболку, ну ничего не берет. Ну как, оно чуть-чуть выело, ну пятно, я не знаю даже, чем она его поставила, какое-то коричневое, ляпка такая была. Вот это выело все. Может, кому-то надо, девчонки, вот маэстро. У нас в АТБ продается. У кого у вас есть магазины АТБ, протеплям, вот. Оно недорогое, но отлично выстирывает. А ветерок на улице, да? Угу. На улице ветерочек. И так свежо. Свежо. Сегодня первое число. Первое июля. Помидор росте. Так, мне надо, я тут конфетки нафасовала. Кстати, завтра будет ровно год, как я вернулась из Кременчуга. И как раз, кто смотрел видео, знает, я приехала, у меня тетя умерла год назад. Сегодня надо помянуть соседям, пораздавать конфеты там. Печенье, кексики покупала. Отнести все. Так, что ты, желтеешь, девочки, я его не поливаю. Но все равно, вот это что это такое... Хотя вот этот малыш, гляньте, какой хорошенький. Что-то плохо видно так. Окна еще так и не мыла, к ним не доберусь. Вот это приболело, девочки, ой. Вчера лягла рано спать. У меня уже вечером горло разболелось. Боже, я как краса. Как краса, прям не нарадуюсь, девчонки. Так чисто, места столько много. Спасибо вам в комментариях, тоже написали, вам тоже надо порядки наводить. И это спасибо за пожелание скорейшего выздоровления. Лекарство. Я недавно покупала какой-то порошок. Это ж мелистан пила на ночь. Порошок от кашля. Хорошо, надо выпить. Ну, у меня есть там лекарства от кашля, сейчас я их... найду. Так, вот это рапира, по-моему. Рапира от кашля. Горло вчера заболело. Вечером пила молоко. И этот. Так больно было глотать. Вот, порошочки. Надо порошок выпить. Но это я когда поем, выпью. Угу. Угу. Так, комби-гриб. А у нас были еще какие-то... Где ж они есть? Желтенькие такие. Желтенькие таблеточки. От кашля. Что я не найду. А, вот они. Бромгексин. Это тоже приготовить. Сейчас сюда себе положу. И там буду пить. И сегодня утром такой кашель. Сильный прям. Вообще не пойму, это где я так могла заболеть. Сейчас надо еще завтрак Софии приготовить. Ну, может, и себе. Я спала так, знаете, сто раз. То проснусь, то усну. То проснусь, то усну. Там мне лекарства тут
Когда, да, они езжу в Харьков, я их и не разбирала. Думаю, пусть они и будут. Чтоб сразу съехать, взял пакетик. Ой. Так, так, так. Там коллагенчик мой приехал, от Анютки надо будет. Она мне пришлет, буду пить. Сейчас для интереса температуру хочу померить. Что-то мне так... Не айс, прям не айс. Она откручивается. Так, пока меряю температуру, да, млет. Софи, давай млет сделаем. Давай. Ладно. Омлет. И Аня там с утра сегодня омлет с Камилочкой ели. Так, Микки. Микки Шмики. Мясо тебе достать. Забыла вчера мясо достать. Не знаю, может, печенки приготовить. Ладно, сейчас подумаем. Забыла. Мне там в комментариях писали, что тряпочки вы любите такие, ну, про резин. Так я же вам такие показывала, вот эти вот желтые они, ну, которые разводов не остают, не оставляют. Вытер хорошо. Так. Омлет. И молока. Все, пусть готовится. София, чай попьем, да? Давай чай. Чай попьем. Такой градусник, ничего не видно. София, ну иди глянь. По-моему, 37, девочки, это держала. А ну глянь, сколько тут. Вот это мне и ломает. Так и ломает. А ну глянь, сколько там. 37. 37. Вот заболела. Да, ветреная тревога у нас. Ой, ладно. Так, я уже завтрак сделала, девочки, приготовила. Сейчас чайку попьем. И буду, наверное, сегодня ничего не хочу делать. Есть там у меня, есть что. И первое, и второе. Буду сегодня на отлежке. Вчера стиркой позанималась. Просто это надо было вчера еще делать. Вчера, наверное, надо было отлежаться по-правильному. Ну, ладно. Ладно, отлежимся, все будет нормально. Сахарочку насыпать. Разбавлять чаек, да? Угу. Ну, на, разбавляй себе. Сейчас тебе ложку дам. Ну, пока поедим, он и остынет. Нам приятного аппетита. Да, Суфик, нормальный омлет? Хорошо. Хорошо. Попрошайка пришла. Да, попрошайка? Скажи, что там вкусненького едите? Ты уже тоже поела? Да у вас тут вкуснее, вы все вкусное тут едите. Попрошайка. Доедаю омлет, что-то мало соли посолила. Женя последний раз купил соль, она такая мелкая, и я никак не могу к ней приспособиться. Боюсь и пересолить, и получается у нас недосол. Ну, недосол это лучше, чем пересол, да? Угу. Сейчас порошочек выпью, пахнет вкусно. Как такой лимончик, апельсинчик. Я такой никогда не пила порошок. Вкусненько пахнет.
Как апельсиновый сок я делала тут с апельсина. Ой, вкусный какой. Девочки, от кашля мне такой посоветовали, но это хорошо выходит. Не горько, ничего. Сладенький напиточек. Хороший. Рапира называется. Это мне в аптеке посоветовали. Рапира 600. Миллиграмм. Мама, что ты вкусненькое пила? Мама, что ты вкусненькое пила? Сразу на меня залезла. Все, легла на меня и спит. Да-да-да, я про тебя говорю, да. Лежи, лежи на маме, лежи. Ой, мамулька, ты лохматулька. Ой, скажи, будем мы восстанавливать свое здоровье. Скажи, я буду с мамочкой тут лежать. Вот и за малявочка. Малявочка моя, да, лежи. Моя девчулечка, красотулечка. Ладно, я тогда с вами на сегодня попрощаюсь. Буду отдыхать, набираться сил. Не знаю, сейчас, может, телек включу, посмотрю. Не знаю, девочки. Что-то потом Микуське мяско сварю, поставлю. Чуть-чуть надо отлежаться. Все, говори всем пока-пока. Пока-пока. Кто болеет, тоже не болейте, выздоравливайте все. Все, всем пока. До завтра.